Приветствую вас. Давайте сперва я отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете. Значит, да, вы подпитывали их своей энергией, потому что, значит, ну, соответственно, вы их вдохновляли своей любовью, своим отношением к ним. То есть, ну, вы видели в них кого-то лучше, возможно, вы видели в них их потенциал, вот, вследствие чего люди раскрывали. Вот. Я не знаю, насколько справедливо будет сказать, что вы свою энергию им отдавали, да, потому что тут нужно анализировать несколько лучше ваши отношения с ними. Вот, вот. Но я полагаю, что как минимум, вы видели в них кого-то, кем они, возможно, не были никогда, вот, и вследствие этого они смогли подняться. Вот, а значит, ну, актер, да, актеры, это люди, которые, значит, они, стремятся к эпопаже, да, они играют, ну, в игры, вот, роли у них есть. И вам, соответственно, нравятся личности яркие, вам, соответственно, нравятся личности такие вот активные, творческие, вот. И это, что интересно, тоже не случайно такая история, потому что в них вы видите то, чего нет у вас, вот. В этих людях вы видите то, чего нет у вас. У вас нет яркости. Видимо, у вас нет какого-то, значит, потенциала, как вот, ну, вам хотелось бы. И за счет других людей, да, вы и поднимаете. Вот. Значит, как сделать так, чтобы они обратили на вас внимание? Для этого нужно представлять из себя ценность, личность, понимаете? То, что вы следите за ними, говорит о том, что со своей жизнью, со своей реализацией у вас есть проблема. Ну, определенную проблему. Вот. И вот, собственно, вы сможете их привлечь тогда к себе, когда в вас самой будет что-то такое, что вызывало бы интерес у людей. Вот. И все. Для этого нужно ориентироваться именно на себя, а не на других людей.
как вы это делаете вот сейчас, на данный момент. Ваша влюбчивость связана с тем, что а. вы не принимаете себя, б. свои собственные желания вы подавляете, а в. скорее всего, вы привыкли к тому, чтобы, ну, к тому, что занимаете вторые роли в отношениях. То есть себя принижаете, себя обесцениваете, а других, ну, в частности, вот, мужчин, которых вы любите, вот, их вы идеализируете. И с ними, рядом с ними, вы чувствуете себя лучше. То есть, ну, вы ощущаете себя лучше, вот, рядом с ними, с этими, ну, товарищами, с этими людьми, вот, понимаете, какая история. Поэтому я думаю, что работать здесь нужно в первую очередь над принятием себя, такой, какая вы есть. Вот. И уже, собственно, далее смотреть на собственную реализацию, на собственную, ну, на собственные, так скажем, желания, на ваши собственные потребности, на ваши собственные ценности, вот. Цели, которые есть у вас, и, собственно говоря, вот уже исходя из этого, да, исходя из этого, можно будет что-то делать. Вот. То есть я имею в виду, что до тех пор, пока вы нуждаетесь в этих людях, а в данном случае вы хотите, чтобы любили вас. А это одна из базовых потребностей. Значит, ну, человеческих. Вот. Одна из базовых потребностей людей. Вот. Пока вы эту потребность не удовлетворите, вот, вам будет сложно что-либо делать. Вот, потому что вы всегда будете сверхмотивированы. На отношения. И еще раз, чтобы было понятно. Влюбчивость – это свидетельство того, что вам не хватает в себе чего-то. Вам не хватает понимания своей ценности, вот, и поэтому вы нуждаетесь в других людях, вот. Вот, вот собственно, то, что вам можно сказать. То есть, понимаете, вряд ли
история о том, что почему вы, значит, подпитываете энергии, да, вряд ли ответ на ваш вопрос кардинально решит проблему на самом деле. Потому что это просто информация. Информация о том, что ну вот да, ну вот, я подпитываю, да. Ну а дальше-то что? Знаете, энергия ваша? Да, энергия ваша. Если энергия ваша, то и ресурсы, получается, тоже ваши. Но вы эти ресурсы обращаете не на себя, не для собственной реализации, а для реализации других людей. Вот. И все. И, соответственно, это ваш жизненный сценарий. То есть я такая, типа, поддержка другим. Вот. То есть других я поддерживаю, да, других я поддерживаю, а сама себе я ничего не делаю для себя. Вот. Знаете, какая история? Если вы делаете что-то для других, не заботитесь о себе, при этом, то вы растворяетесь в человеке. Растворяясь в человеке, как это ни парадоксально звучало бы, растворяясь в человеке, вы теряете свою привлекательность для него. Вот. Потому что он видит только себя в вас. Но он не видит вас. Как бы. Понимаете? И именно поэтому и возникают такие сложности. Именно поэтому люди уходят от вас. Потому что, когда им что-то нужно, вы идеальный партнер. Но когда они становятся гармоничными, им нужен такой же гармоничный партнер. А его нет. Его нет такого вот гармоничного партнера, к сожалению. Вот. И именно по той причине, что его нет, люди уходят от вас. А вам, с другой стороны, вам нужен человек. Вам нужен человек, который давал бы вам то, что хотите вы, то, что нужно вам, да, чтобы он давал вам почувствовать себя такой, ну вот, как вы хотели бы, да, как вы хотите почувствовать себя, вот. Но при этом, как бы, сами о себе вы думаете, ну, достаточно негативно. Вот. Как мне видится, по крайней мере. Вот, я, конечно, могу ошибаться здесь, но мне кажется, что так примерно обстоят дела. Вот, ну вот потому все и происходит таким образом. И поменять это можно только если вы только если вы будете работать именно в направлении развития себя,
Домой. Вот. Знаете. Ведь актеры, да, актер. Ну, тут вам понравились эти мальчики-актеры. Это же не случайно. Правильно. Но я не думаю, что вы считаете, что это случайно. Значит, вам что-то не хватает. Именно вот того, что они предлагают. Вот и подумайте, что вам не хватает. Подумайте, как вы себя чувствуете с этими людьми, ну, мужчинами. Вот. Подумайте, что мешает, не дает чувствовать себя так же самостоятельно. То есть, ну, без обязательного присутствия мужчины. Вот. Понимаете? Вот это все и нужно вам разобрать. И я полагаю, что тогда, когда вы все это разберете, вот, когда вы увидите, что же вам все-таки нужно, и определитесь с природой своей влюбленности, а влюбленность, еще раз повторю, в данном случае это базовая потребность ваша. Это просто ваша базовая потребность. Вот. Когда вы определитесь с этим, вы сможете для себя уже выстраивать более адекватную модель поведения, которая и приведет к тому, что мужчины не будут вас бросать. Вот. И прежде всего начать данный аспект, именно начать, прежде всего, с того, зачем вы следите за парнями. Вот. Для чего вы следите за ними. Именно. Вот. Вот это вот начните с этого. Просто с этого начните. Вот. И там дальше уже будет вам понятно. То есть я слежу, чтобы что? Чего мне хочется? Что мне нужно? Понимаете? Вот так. Давайте посмотрим. Не забыл ли я чего-либо. Вот, ну вот мы следили, да, то есть зачем вы следили? Вот, неужели они насытились и сбежали от меня? Да, они насытились и сбежали от вас. Можно ли сделать так, чтобы они как-то обратили на внимание? Они оба зачем, Оксана? Вы чего хотите-то вообще? Доказать что-то кому-то, да? Ну, если оба прям, если хотите, чтобы оба, ну, оба парня обратили на вас внимание, или что, зачем? Для чего оба-то вам? Знаете, то есть, заметьте, вы говорите, чтобы они обратили на меня внимание, да, вы говорите. То есть вам нужно именно, чтобы обратили внимание, а не чтобы делать что-то самой. Это вот ваша ориентированность в отношения. Вам важно внимание других, а не собственная реализация. Это значит, что вас определяют другие люди, а это значит, что вы другим людям в силу этого неинтересны. Это какая история.
Ну, в некотором смысле это такой, знаете, замкнутый круг, конечно. Но из него можно выйти, если, допустим, заняться собственным развитием, то есть собственной реализацией. Вот. Вот в таком случае можно этот круг разорвать. Вот. И я думаю, что вы вполне способны это сделать. Вот. Я думаю, что вы вполне способны это все сделать. Вот. Так что думайте. Пока что ваша модель взаимодействия с мужчинами к хорошему ни к чему не приводила. Вот, а это значит, что нужно что-то менять в отношениях. И вряд ли вы что-то измените, если будете действовать именно так же. Вот. Но это вам решать на самом деле, конечно же. То есть здесь как бы только вы можете решить, что вы будете делать. То есть, знаете, даже если на вас обратят внимание, да, даже если, то по факту, ваши отношения, они все равно не будут развиваться. Чем-то вы их привлечете, но дальше дело не пойдет. К сожалению. Потому что качественного изменения в отношениях нет. У вас. В отношении к себе. А это значит, что все будет повторяться. Понимаете? Поэтому я предлагаю вам, значит, задуматься о наполнении своей личности, о развитии самобытности, вот, о реализации своей собственной и о том, чтобы посмотреть, какие у вас есть собственные проблемы, то есть чего вам не хватает. Чего мне не хватает, что я такая влюбчивая, и что я слежу за людьми. Вот, ну, за теми, в кого я влюбился. Чего мне не хватает? Что мне нужно? Над своими потребностями поразмыслите. Вот. Это более продуктивно, чем то, что сейчас вы предлагаете. Ну, то есть, то, что сейчас вы запрашиваете. Вот. Понимаете, надеюсь, о чем идет речь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго, удачи и надеюсь, что ситуация у вас выправится в том плане, что все-таки вы сможете построить нормальные, гармоничные, здоровые отношения, но для этого нужна определенная работа над собой. Вот.